Новые кадровые перестановки. Распоряжением акима Жамбылской области сегодня акимом города Тараза назначен Абдраимов Галымжан Раилович. Абдраимов Галымжан Раилович родился в 1965 году, образование высшее. В 1988 году окончил Жамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности инженер-строитель. В 2003 году окончил университет Туран по специальности юрист. Трудовую деятельность начал в 1987 году мастером строительного участка колхоза ШГС в Жамбульской области. В разное время был заместителем председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, руководителем аппарата акима Алматинской области, заместителем акима Алматинской области. С 2017 года по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Жамбылской области, награжден орденом Хурмет, медалями Ерен Енбегешин, почетный строитель Республики Казахстан.